Опан, опан, оп, опан, Гангнам Стайл. Оп, Гангнам Стайл. Оп, оп, Гангнам Стайл. 여자, 여자, 온 인간적인 여자. Гангнам Стайл. Так, здравствуйте, с вами Black325, и сегодня мы делаем последний Warcraft на игры про Modern Warfare. Это Modern Warfare 1, Call of Duty 4. Ну, я, в общем-то, установил русификатор, я поэтому и не делал обзор, потому что я отформатировал дисплей, и пришлось устанавливать все русификаторы заново. А, ну что ж, я установил. Следующий Warcraft будет про Black Ops, потом Assassin's Creed 2, Spass и еще разные там Half-Life. Типа таких, потом Nightmare House, Grey, Cry of Fear. Ну, в общем, все, что есть, то и можно. Выбор действий, пролог, новобранец. Ну, я тут ничего не проходил, вы видите, да? Проходить мы будем с вами. Давайте новобранец на рекруте. Это очень прикольная игра, мне она очень нравится. Это Call of Duty Modern Warfare 4. Сначала хорошая новость. В мире все отлично. Да вообще. В России идет гражданская война. Вообще офигенно. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Калет Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком а на Ближнем Востоке. А здесь первый? Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка Опа. Следит за ним. А плохая новость? А плохая новость? Сегодня присоединился новичок. Его зовут Соуп. Мыло. Его зовут Мыло. Мыло. На мыло. Ладно. Сегодня мы будем, ладно, пока загрузим. Ура, загрузилась. Рад тебя видеть, дружище. Я тоже тебя рад, Газ. Навонял, что ли, так ты Газ знаешь, тебя зовут? Делать. Отправляйся на первую позицию. Да, знаю, тебя застрелить надо. Стреляй по мишеням. Сейчас, подождите, я звук немножко убавлю. Так, общая громкость. Ну, вот столько вот. Ага, все, отлично. Прицелься в мишень, Соу. Хорошо. Отлично, теперь стреляй по каждой мишени. Не надо вертикальную ось. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Окей. Теперь я закрою мишень фанерой. Сейчас перезаряжусь. Ты должен попасть в цель. Отлично. Пули пробивают дерево. Все пробил. Отлично. Листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Давай. Отлично, дружище. Отлично, я да. Возьми из арсенала пистолет. Я такой, о, сколько патронов я потратил. Ладно. Из арсенала надо взять пистолет. Хорошо. Теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет. Да, конечно, графа винтовку. Тут не очень. Вытащи с Modern Warfare 3 она хуже. Но и геймплей получше. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Спасибо. Капитан Прайс желает тебя видеть. Пошлите. Вообще, на самом деле, уровень обучения должен был проходить не так. Вот здесь должен был стоять какой-то этот пацан. И тут, короче, мы должны были гранатомет кидать и все, ну, всякой разные гранаты учиться кидать. Вот мы вот здесь. А тут какой-то пацан. А здесь, где вот, вон там маг. И здесь мы должны были пройти полосу препятствий мака. И потом только идти к Прайсу. О, вертик летает. Вертик, где он? Что-то не вижу. Я слышу его, но не вижу. Такое может быть? Я думаю, что нет. А, вон он. Вот, все, улетел. И самолеты начали летать. О, Wells, Price, Grand, Warface, ой, Valls. О, это Прайс. Здорово. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу. А у меня просто мама, когда называла мылом, мыло такое, барбаралая такое, вдруг мыло назвала меня. Спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Окей.
Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. И что? А тебя как зовут? И 4 световых гранаты. Ладно. Как его зовут, я не понял. А я всегда делаю так. По сигналу ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. Угу. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позицию. Да понял я. И следуй моим инструкциям. А что тут любвеобильный мальчик? Все, погнали. Бросай гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Я успею! Yes! Огонь по мишеням! Рекорд вообще 15-1. Беги до финиша! Ладно, Соуп, достаточно. Ты прошел испытание. Господа, нам предстоит десант. Я вообще круто прошел испытание. Вылет в 0200. Вольно. Ладно, я пока не буду ничего. Просто рекорд возьму. Ну все, в общем, мы прошли эту миссию. Все, а с вами был Blackstreet25. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Надеюсь, вам понравилось мой Волкрафт. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока.